Всем привет! В вашем доме завелись блохи, и вы не знаете, как с ними справиться. Тогда обязательно посмотрите мой ролик до конца. Из него вы узнаете, какие промышленные химические вещества помогут избавиться от этой проблемы в самые короткие сроки. Достаточно много людей думает, что блохи в квартире могут завестись только, если в ней живут домашние питомцы. Конечно, чаще всего именно они являются причиной появления этой проблемы. Но с таким же успехом вы можете принести эту букашку в дом с уличной грязью, или она попросту попадет к вам с подвала или лестничной площадки. Блохи предпочитают селиться по всей площади жилья на высоте не более 1 метра. Самыми предпочтительными местами для насекомых являются ковер, палас, кровать, щели, мягкие игрушки, плинтуса, места обитания домашних питомцев, мебель, кухонная мойка. Знание того, что блохи способны заползать в самые укромные места вашего дома, даст вам возможность бороться с ними более эффективно. Не забывайте также, что времени на вашей стороне, поскольку блохи быстро размножаются. Поэтому чем раньше вы обнаружите, тем их и начнете бороться, тем больше вероятности получить желаемый результат без помощи профессионалов. Я считаю, что Бутокс является одним из самых лучших препаратов. И отзывы людей описывают как лучшие. Ну, конечно, аналоги тоже хорошие есть. Бутокса это неоцидал, себацил, эктосан. Но Бутокс, он очень хорошо справляется со своей задачей. Берем 1 ампулу препарата, это 1 мл. Смешиваем 4 литрами воды. Для вас я советую ознакомиться подробно с инструкцией Бутокса и соблюдайте прежде всего технику безопасности. После обработки помещения я проветриваю минимум 2 часа, открываю окна, дверь, а повторную обработку провожу через 10 дней. В общем, хочу показать на личном примере, как это выглядит. Одеваем перчатки, респиратор, приступаем к ликвидации. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.